Чиновника под суд. Сын заместителя главы администрации города по социальным вопросам Валентина Снатенковой, 28-летний Александр, обманул своих знакомых на 7 миллионов рублей. Теперь молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. Провернул свои махинации молодой человек буквально за полгода, рассказал заместитель прокурора города. До этого предприимчивый парень работал в муниципальном имущественном фонде Оренбурга, где узнал все тонкости продажи городского имущества через торги, чем и решил воспользоваться, намекая на свои многочисленные связи. Обращался к людям, предлагал им оказать им поддержку в получении квартиры, в получении недвижимого помещения в городе Оренбурге, оказать им определенные преференции. За это просил от них денежные средства. Доверяли они ему в силу как родственных отношений, в силу дружеских отношений, но и в силу самого его характера. Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» передано в суд. Это не первое дело с участием предприимчивых чад местных чиновников. 3 года назад за аналогичное преступление был осужден сын первого заместителя главы Оренбурга Виктора Танких, Дмитрий. Дмитрий Танких был пойман с поличным на получение взятки в 400 тысяч рублей. Работал мужчина начальником налоговой инспекции Центрального района Оренбурга. Но вместо реального срока заключения он отделался штрафом и лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года.